6 апреля в историческом парке «Россия. Моя история» города Махачкалы состоялась всероссийская конференция «Строительный навигатор. Курс на цифровизацию Махачкалы». На встрече присутствовали первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Манвел Мажонс, специалисты Минстроя России, главгосэкспертизы ФАО ФЦС, а также представители органов исполнительной и муниципальной власти республики, заказчики, застройщики капитального строительства и многие другие. Открыл конференцию Манвел Мажонс. Он отметил, что в 2022 году правительством Российской Федерации утверждена стратегия развития строительной отрасли из ЖКХ до 2030 года, в которой цифровой трансформации и обеспечению внедрения конкурентоспособного российского программного обеспечения. Отметим, что создание цифрового контура и строительной отрасли Республики Дагестан уже началось. На сегодняшний день республика на пороге создания цифровой вертикали строительной отрасли в регионе. Советник министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, заместитель руководителя Центра компетенции Департамента строительства города Москвы Елена Звонарева отметила, что цифровизация – это не самостоятельная задача, а инструмент для достижения целей. Вскоре с докладом выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Артур Сулейманов. Он рассказал, что в 2022 году Дагестан в числе пилотных регионов приступил к оцифровке стройотрасли. На данный момент уже пройден первый этап. Это опыт внедрения аналогичных сервисов в других регионах. Опробовали различные программы, определили площадки для цифровых сервисов. Сейчас муниципалитеты, госзаказчики, подрядчики активно подключаются к масштабному проекту. Завершилась конференция обсуждением механизма внедрения отечественного программного обеспечения и IT-стартапов, строительный комплекс Республики Дагестан и другие вопросы. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».